привет, дорогие друзья. Всем привет. Это было утро, когда солнце ярко горело. Горело очень ярко, но не настолько ярко. Был 5 января 2023 года. Не уходя от темы, жители вышли на улицу и продолжали делать свои дела, работать, заходить в дома. Ну и чем же, в принципе, улучшилась наша деревня? Как в ней все стало? И что же, наконец-то, со всеми? Кто-то охранял могилу и отгонял свинюшек. Брысь отсюда, брысь отсюда! Она кыш, кыш отсюда! Здесь могила! Поросят было редкое явление встретить. Однако жителям не нравилось их появление в деревне. Они предпочитали жить спокойно, с людьми, спокойной жизнью, без зверей. А, слушай, в общем, такое дело. Не поможешь? О, смотри, какое же красивое небо. В домик мэра много кто заходил, много кто болтал, ходил парами. Но почему мы отвлекаемся от темы? Давайте-ка вернемся к Ликсу. Что же ждет нас сегодня? А тем временем Ликс работал на складе генератор. Да ёкарный бабай. Вот пару дней назад играл. Вот так, наконец-то вот рассортируем этот горшок сюда. Наконец-то. Вот, блин, фух, наконец-то. Так, отлично. Отлично. У меня не осталось еды. Я последней едой подкрепился. Холодильник пустой, тарта больше нет. Я все съел. Ой, я что, нажал на кнопку запись? Ну ладно. Хэйо! Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс. И сегодня, как вы знаете, я выпустил ролик, ребята, наконец-то я выпустил ролик. Да, сегодня 5 января, ребята. Я пока что-то не хочу возвращаться в прошлую деревню. Короче, что-то случилось, все съехали оттуда. Однако все перенесли на эту деревню. Однако ту деревню могут восстановить. Ребята, давайте посмотрим, как все у нас здесь. Ребята, давайте посмотрим полностью, как у нас изменилась наша деревня, ребята. Да, все. Мэр убрал вот это все. Так, никто не видит. Я здесь елочку. Елочку мэра спрячу. Эй, Ликс, ты что с собой несешь? А это пакет какой-то. В смысле пакет? Че он зеленый такой-то? Ну не знаю. Давайте-ка, ребята, сюда. Хотя ладно, давайте-ка просто за это город. Короче, смотри, я тебе дам это. На. В общем. А зачем мне это? Ну, короче, понял, ты увидишь. Так вот где моя елка! А ну верни сюда! Я мертвый. Господи, что это там у них происходит? Происходит. Ребята, смотрите. Уже вернули. Поставили нормальные таблички. Нормальные, прикольные, обыкновенные для нас таблички. Надеюсь, ролик будет для вас понятным и коротким. Либо длинным, но не скучным. Ну, я на это надеюсь, ребята, смотрите. Дом мэра. Улица Паулон. Или улица Паулсон. Блин, чё сюда выбросил елку? А, наконец-то. Моя елка. Так, верну-ка я ее домой. Воу! Давай, короче, смотри. О, Ликс, иди сюда. Что? Идем-ка, прыгай. Ну давайте-ка. Короче, мы здесь собираем открыть тусу. Супер, четкую. Тусу! Ты будешь с нами? Не, я сейчас не хочу тусить, я просто хочу, как всегда, прогуляться по деревне. Ну, как всегда, в своем репертуаре. Так, ребята, давайте-ка зайдем в старелый дом.
Так, ножницы. Блин, тут ничего такого. О, малыш. Привет. Привет. Видимо, 5-летняя лялька. Так, это что у нас? Опа! Свинюшка, ну брысь отсюда! Брысь отсюда! Пошел он отсюда! Тоже мне... Ой, я застрял. Так, ребята, давайте-ка... Заберемся по этой яме. Ой, отберем землю сюда. Давайте-ка вытащим эту свинюшку отсюда. И продолжим. Короче, мне пришлось ее к чертям собачьим взять просто. И с полнейшим пофигизмом ударить об камень и нафиг разбить. Ладно, шучу, я ее просто убил. Я ее просто убил. Нечего у нас в деревне быть. Да, у меня жестокость большая, но... Ладно, пощадим. Так, ребята, смотрите, что здесь поставили. Продается земля. 19/23, ребята. Понимаете? Стоимость изумруда... Хотя, ребята, вы знаете, вот здесь оно должно быть. Здесь на одну цифру ошиблись. Там 22 должно быть, ребята. Ну ладно, ошиблись. Давайте посмотрим, что у нас у кузнеца. У кузнеца, как всегда, обычно... Ну ничего, блин, такого. Ой, я тебе продам за один кожу, один изумруд. Спасибо, не надо. Так, ладно, я... Это что с домиком? Я не пойму. Ладно, плевать. Давайте-ка пойдем. Нет! Что? Что это там падает? Что это за... Что это за звук? Господи! Что случилось? Что это такое упало? Понять не могу. Я понять не могу, что это опять упало. Господи, постоянно что-то у нас не так в деревне. Ну, ребята, сегодня мы... Давайте-ка пройдем сюда. Ребята, у меня вопрос, как они попадают домой? Они вообще сюда поставят лестницу? Так, в общем, мальчик, точнее, мой сыночек, давай, идем-ка, смотри, короче, я научу тебя. О, здравствуйте, Ликс. Кстати, пригласительное на свадьбу. Держите, просто подруге дали, а у меня завтра дела, так что можешь сам сходить. Кстати, свадьба завтра, 16:00. Ну ладно. Ребята, тут, кажется, у кого-то свадьба отмечается. Свадьба. Вы знаете, завтра свадьба. Мы все получили пригласительные. А интересно, Ликсу дали? Джеймс. О, здрасте. О, короче, смотри, я что-то вижу Ликса. Ликс, привет. Тебя, кстати, пригласительную дали? А то всю деревню приглашают. Ну да, мне дали, вот. У меня есть пригласительные. О, Ликс, а мне не дали. Джеймс, да не переживай, дадут тебе. Тебе дадут. Хорошо. А, Джеймс, я вспомнил, я же тебе хотел пригласительную дать. Держи. Спасибо. Так, они там переговариваются... Ну ладно, ребята, давайте-ка, короче, смотрите, я сейчас поставлю на паузу. Что-то сегодня странный какой-то день. Чуть не понять, что делать. Может, на мастерскую пойти? Да, ребята, сейчас... Давайте-ка пойдем на мастерскую. А что в мастерской у меня-то? Ничего, в принципе-то, нету. Скоро вроде бы что-то должно быть. Ну ладно, ребята, давайте-ка... Что-то скучно стало, ребята, провели экскурсию. Давайте-ка полежим в постели это. И что-то еще не заняли.
А то уже что-то... Ой, я сейчас окутаюсь вот так. Ой. Вот, ребята, сейчас просто время на часах 19:30. Я думаю, пора уже спать. Ладно, посплю-ка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой-ой-ой, все-все. Ой-ой-ой, что за странный сон приснился? Ой, ребята, странно как-то. Давайте-ка выйдем. Мы уже поспали. О, Лекс, тебе дали пригласительную? Да, дали. Кстати, уже 6-е число. Ой, тьфу ты, 5-й. Вчера дали нам пригласительное. Уже 5-е число? Что? Ребята, это значит сегодня свадьба. Ну ладно, посмотрим, давайте-ка, ребята. Сейчас я найду одежду, и мы переоденемся, как нормальный приличный человек. Маграфдор, Яно. Так, Отдели. Все, ребятки, посмотрите, как я выгляжу. А примерно я именно и вот так выгляжу. Посмотрите, какой же я красавчик. Я самый красивый, кто оделся на свадьбу. Ребята, я, наверное, самый красивый. Посмотрите. Ну ладно, давайте-ка выйдем и оденем... О, наши сапоги. Точнее, наши туфли. Ребята, посмотрите просто, как я красиво выгляжу. Ну все, в принципе... Давайте-ка. А, кстати, а куда? Сколько время сейчас? На часах вроде бы 15:10. А, до начала свадьбы 50 минут. У меня вопрос, зачем ты это спрашиваешь? Спрашиваешь. Тебе что нужно? Да я просто хочу узнать, куда, где свадьба проводится-то, я понять не могу. А это тебе нужно это. Короче, зайди просто. Рядом с беседкой скоро приедут жених и невеста. А потом уже всех заберут. У кого есть пригласительный, их спокойно просто заберут. Хорошо, я вас понял. Так, В общем, ребята, какая-то женщина сейчас сказала. Вроде бы тетя Светлана, что ли. Ну, не важно, ребята. Сказали ждать рядом с будкой. Давайте-ка подождем. Так, так, ну вроде бы они не приехали, я понять не могу. У меня вопрос, где свадьба будет-то? В смысле свадьба? Она сейчас... Будет проходить уже через 10 минут. В той самой дискотеке, в баре. Зайди туда. В зал ожидания вроде бы там. Маленький. Да блин, значит меня обманули. Ну-ка. Освобождать место. Так. О, Ликс, помоги, пожалуйста. Бери кровать. Ладно. Вынеси, пожалуйста, ее. Вынеси ее во двор. Ладно, хорошо. Она тяжелая. Все, ребята, сказали ждать. Сказали ждать, да? Что теперь делать? Все, они уже приехали. У-ху! Толпа кричат! Кричат! Толпа кричат! У-ху! Они пришли! Да! Они пришли! Отлично. Сегодня свадьба хорошая. Ня-а-а, круто. Лекс, заходи к нам. Хорошо. Давайте-ка. Не, я хочу выбежать. Нет, не такое. Машина сидалик. Манит, тосит, всякий час.
Что такое? Ребята, я не пойму, что здесь происходит. Здесь каждый друг друга толкает. Блин, тут очень много детей, чем взрослых на свадьбе. Давайте-ка посмотрим, что у них. Скоро свадьба. Отдаем листки. Листки. Хорошо. Да. Сейчас, подожди, на, держи. Спасибо. Все дали. В принципе, можно. Установили, видимо, установили. Да, установка завершена. Успустили из земли. Однако хочу сказать всем. Всем тихо. Итак, в общем, слава сударя не знали, но что там увидали. Желаю вам такого счастья. Желаю, чтобы вы спокойно встали. И тогда начали. Так, я думаю, тихо. Начинаем благословлять. Жизнь постой, кто-то говорит отстой. Однако вы нашли свою половину. Получите же добрых комплиментов от нас. Мы, жители, благословляем вас. Желаем вам дорога и долгого счастья. Пускай ваши неверия упадутся ваши грехи. Чтобы молитву прочитали и счастливы стали вы. Какая-то маленькая свадьба получилась. Точнее, получается. Благословляю! Кидайте розы! Кидайте розы! Камера записывает? Давай, смотри на меня, оператор. Оператор, смотри на меня. Так, смотри. В общем, сейчас мы... Так, что мы сделали для них? Мы сказали пару комплиментов. А, точно, теперь мы начнем. Этап молитва. Молитва в свадьбе обязательно. Без нее свадьба является пустейшим. Главным атрибутом свадьбы является молитва. Молимся! Выставляем руки! В принципе, отлично, да? Ну, нормально. Итак, переступим к молитве, главным атрибутом. Выставьте руки перед собой. О, ребята, все выставили руки. Так, Ликс. Что? Ликс, выстави руки. Выстави руки в крест. Нет, извини, я не такой. Ну, скажи, давай быстро. Нет, я просто буду смотреть на это. Я просто пришел на свадьбу. Ликс, совсем тупой. А теперь можете целоваться. О, момент! Они сейчас начнут целоваться. Не, я лучше уйду отсюда. Ликс, ну посмотри. Нет, я не хочу. Смотреть, пускай делают, что хотят. Ребята, я думал, нормально свадьба будет здесь, блин. Всякую дичь вытворяет. Блин, малые здесь работают у меня. Ну что это такое? Что это? Я не понимаю. Какой-то, ребята, скучный день. Всем удачи, всем пока.